Человек пришел на Лубянку и говорит, я шпион, хочу сдаться. Ему говорят, а вы чей шпион? Говорит, американский. Ну, тогда в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться. А у вас оружие есть? Есть. В седьмую, пожалуйста. В седьмую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. В десятую. В десятую. Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. А средства связи есть? Есть. В двадцатую комнату пришел. Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Вас спрашивают, а задание-то у вас есть? Есть. Ну, идите и исполняйте, не мешайте людям работать.